Сейчас Соня тут будем делать вечерний ужин. В общем, Оля делает хлеб. Мы постоянно делаем хлеб. Я думаю, что вы про это знаете. Вот у нас такая вот мука. Увелка какая-то. Это вот последний раз покупали, да? Предпоследний. Да, предпоследний раз. Вот Оля делает, мы его быстро очень съедаем, к нам приходят родители, гости, тоже все быстро улетает. Хлеб Оля, короче, на весь район делает. Вот только сделаем, обязательно кто-то зайдет, и нету этого хлеба. Летом часто дети приходят и уже знают, что я хлеб пеку, там запах чувствуется. Как у вас вкусно пахнет? Я говорю, хотите нам хлебушек попробовать? Они, да, конечно. И все, у меня хлеб улетает сразу. Ну, а еще Оля придумала такую штуку, как делает как багет. Добавляет чеснок, масло, да, или что-то вот это. Да. И половину вот этого хлеба берет, его зелень так вот нарезает. И туда вот это заливает. И получается у нас багет. Прям... Последний раз еще сыр добавил. Да, очень вкусно. А когда вы багет покупаете где-нибудь в хорошем магазине, где там, ну, нормальный хлеб делают, то один вот этот небольшой всего лишь стоит там 100 рублей, 150 рублей. И его вот буквально так сжать, и его нету, не наедаешься. Но всегда хочется этого багета, он очень... вкусно пахнет. А тут Оля что-то вдруг решила сделать. Вот берет хлеб, его так рубит и добавляет. И сейчас другая проблема. Хлеб улетает вдвойне быстрее. Если до этого он был вкусный, теперь еще мы вкуснее. Могли вот этот хлеб кушать максимум 4 дня. Вот если будет с чесноком, то 2 дня. Все. Так что... Оля делает сейчас хлеб. Мы делали вчера, может быть, в этом видео вы сейчас смотрите, это делали армянскую талму. Тоже вчера покушали, сегодня поели, прям хорошо так это поели, наелись. Чуть-чуть осталось. Эта дочка кушала, да, чуть-чуть там осталось. Очень вкусная штукенция. Ну и теперь у нас вечер. Мы не очень-то сильно, в принципе, голодные, но... Осталось заранее минут. Это делаем, чтобы, когда будем голодными, не бегать по холодильнику, не искать еду. Оля сейчас хлеб подготовит. Так, еще раз, рецепт хлеба есть в моем инстаграме, вы его сразу найдете, потому что я мало фоток выкладываю в инстаграм. И по поводу, вот у кого хлеб не получался, не поднимался, духовка должна быть идеально чистой, чтобы вот жира никакого не было. Из-за этого может хлеб не подниматься. Это вот я заметила по своей духовке. Но даже если вы не успеваете помыть, просто поставьте на самый низ, и тогда у вас все получится. Плюс еще в последнее время несколько раз хлеб еще плохо поднимался. Здесь такая штука была. Вот, смотрите, вот эту штуку, ну, противень, Оля ставила высоко, да? Посередине. Вот сюда ставила, вот так. И хлеб получился внизу, в серединочке оставался как будто недопеченный. Не пропекался, короче. В итоге она чуть ниже, потом еще ниже. Ребята, ставьте сразу вот так, на самый низ. И тут у нас внизу система и наверху вот тены установлены. Нужно, чтобы вот нижняя часть вот прям хорошо прогревалась, тогда хлеб полноценно поднимается и проблем таких не возникнет. А так как у меня еще любит готовить муж, он очень часто готовит здесь, жарит мясо и делает типа копченой рыбы. И когда вот эта копоть оседает на духовке, хлеб вот начал немножко, ну, как-то это вот не поднимался. Ну, короче, жара, да, не хватает. Или тогда жар может прибавить. Нет, я заметила, если я ее хорошенько вот от жира промою, но каждый раз вот прям так хорошенько не получается промывать. Так что можно вниз поставить и тоже норм. Вот. Я просто перемешала ложкой и теперь оставляю, чтобы поднялось.
Так, вчера мы еще ездили в метро, купили много разного мяса, сделали из этого всего дела фарш, заготовки, нарезали стейки. И покупали еще говядину, 200 дней от корма, офигенное мясо. Тоже перекрутили, убрали, но решил небольшой кусочек оставить. Сегодня это все дело я тут взял, нарезал вот такими вот длинненькими кусочками. Сейчас я буду делать это все перемешивать. Так вот. Короче, вот кусочки, нет, просто кусочек показывает. Чуть повыше вот так. Длинные вот такие. Я хочу их пожарить, но сначала просто вот так перемешаю. Сейчас я соль и повышу. Вот так вот. Учим Оле операторскому делу. Вот так. Это у нас всякие там перец, копчености. Еще добавим сюда паприки чуть-чуть. Сначала это все дело добавлю, так вот перемешаю. Этого я буду делать немного, и сейчас еще какое-нибудь блюдо сделаем. Может быть, я не знаю, там картошку или макароны. А мясо пожарим на сковородке, чтобы так чисто для вкуса, для аромата. Закину, аккуратненько пожарю, чтобы оно не пережарилось ничего. Чтобы все было по кайфу, как говорится. И еще открыл новую бутылочку масла. Вот масло оливковое, нерафинированное, высшего качества. Мы покупаем хорошее качественное масло, офигенное. Чтобы прям с бутылки можно было пить. Вот. Добавлю такого масла. О, прикольно, так горлышко сделано, что много не льется. Так вот, наверное, сделаем. Так, так, так. Сейчас я еще возьму лук. Сюда, наверное, чуть-чуть натру. Поставлю маленечко, это все дело постоит. Не надо? Нет, оно сгорит, лук быстрее сгорит, чем мясо. Лучше пожарить мясо, потом, мне кажется, лук добавить. Нет, для вкуса. Или просто пожарить, да? Ну, для просто так, тогда да. Пожарить. Все, сейчас оно тогда пропитается, наверное, да. Может быть, здесь ничего лишнего-то и не надо. Все, да. Сейчас пускай постоит. И потом покажем, как будем жарить. Все, сейчас мы будем, ребята, жарить. Мясо у нас, в принципе, готово. Сковородка тоже. Здесь у нас чуть-чуть сливочное масло. Вот просто будем брать мясо и такими пластами жарить. Вот, чисто для вкуса, для наслаждения, не чтобы объесться, так как мы сейчас не голодные прям. Хочется что-то вкусненькое, нестандартное, чтобы что-то было, как будто мы в ресторане. И вот это как раз будет такая ресторанная тема. Такой аромат, да, пошел? Да, прикольно. О, прижимать надо, интересно, нет? Нет, не надо. Так вот, хрустит, да? Да, вот. Вот как раньше делали это, жарили, прям хрустящие такие штучки, мама делала в детстве. Берешь вот эту хрустящую штучку и хлеб. Я не очень люблю там всякие, ну, типа жирное, сало, что-нибудь такое, но если мясо чуть-чуть сало, но это сало вот так вот пожаренное, и это превращается в такую прожаренную хрустящую штуку, то это классно. Я думаю, почаще будем, да, крутить, чтобы она не успевала у нас вот гореть, а просто вот внешне сделаем, внутренне мягко останется.
Я думаю, что получится то, что нужно. Только надо сейчас подумать, чем это кушать. Да? Что можно сюда? Овощи ты не будешь, наверное, да? У нас перец. Да, наверное, картошку все-таки. Можно сейчас я почищу какую-нибудь картошку, а Оля сделает, она офигенно в духовке. И пускай, все равно мы сейчас кушать, как я говорил, не хотим, но если мы сейчас это подготовим, как раз картошка пожарится, и там сын придет, на улицу пошел гулять. И вот это все дело с картошечкой, вот, мясо вот так вот, я думаю, офигенно. Угу. Еще прикольно, когда дома начинает пахнуть мясом. Именно вот таким хорошим, качественным мясом. Вот так. Когда заходишь с улицы, холодно. И так классно вообще. Мне вот очень нравилось, когда я приходил, а мама так вот что-нибудь готовит. Офигенно просто было. Раньше мясо вкусное было. И да. вот это мы купили тоже там какой-то специальный откорм. Да. Какое-то дорогое мясо в метро взяли. О! Хрустайло. Это говядина получается. Да. Обалденно, короче, получается. Вот у нас. Кстати, хорошее, когда качественное мясо покупаете. Его много не надо кушать, его не хочется много кушать. Это же относится и к сырам, к хлебу, ну и многие такие продукты есть. Потому что не очень качественная продукция, ты много ешь, желудок забивается, а ты все равно голодный. Буквально через полчаса, час после того, что плотно поел, ты опять бегаешь, думаешь, что покушать. Кстати, сегодня смотрела ролик, почему толстеют американцы, там как раз таки говорили про то, что они идут, едят еду некачественную и не могут наесться, и они едят ее много. Да. Из-за этого они много всего закупают там, и вот потом результат. От хорошей качественной еды человек не будет толстеть, такого нету. И потому что хорошую качественную еду много не съедите. Я думаю, да. Чтобы не сгорело, да? Да, и чтобы сухой не было. А даже нежное там мясо. Ну, попробуем разные варианты. Мне кажется, тут это все можно закинуть. Ну. Оставшись. Офигенно получилось у нас. Милана спускается. Ну-ка, Миланочка, понюхай, как сделаю. Как тебе? Это что? Это что? Вкусно пахнет. Да? Сейчас сковородка горит. Попробуй. Не буду. Не будешь? Давай. Милана у нас вообще мясо не любит. Ну, кусочек-то попробуем. Ну, ты сейчас остальное пожарим и покажем. Да. Здесь у нас готово. Целая тарелочка получается. Всем
по чуть-чуть, по кусочку мяса, и будет офигенно. Может, только не доставать, здесь оставить, в сковороде? Может, да? Сейчас она все равно остынет, да, и сколько дожарится, дожарит. Потом еще раз загреем как раз. Вот так вот сделаем. Картошка где-то 30 минут. Да, потом картошка как приготовится. Вот. У нас есть офигенно мясо на отличном масле. Сейчас он, Оля, еще картошку сделает в духовке. И будет супер ужин. Вот так вот пускай ставит. Ну и плюс еще сейчас хлеб приготовится. И будет у нас офигенный хлеб свежий. С офигенным мясом, с офигенной картошечкой. Всем хочу порекомендовать вот этот кофеечек. Очень вкусный. Мы один раз покупали, выпили всю пачку за один раз. В общем, мы покупаем кофе в запас, чтобы не бегать по сто раз в этот магазин. Вот, и тут акция была. Сразу взяли три пачки. Называется Bushido Premium. Нам очень понравилось. Короче, решили сразу побольше. И сейчас кофемашина заряжена именно этим кофе. Вот, если купите, не ошибетесь точно. Плюс еще для кофе вот такая штука, просто супер ароматная приправа для кофеечка. Манящий кардамон. Манящий, меняющий. С корицей. Тут чего только нету внутри. Здесь внутри есть у нас и корица, и кардамон, и всякие разные злаки, сельдерей, кунжут, орехи, всякие горчицы, чего только нет. Так офигенно пахнет, вы даже, блин, не представляете. Новым годом, запах Нового года, да? Да. И еще вот как в кафе какао молочное, там коктейль, и вот эту штуку посыпать сверху, вот такой вкусный. Да, вот вся фишка вот этого ресторанного вкуса, да? Такими крупными делать? Да, вот сейчас Оля проведет вам небольшой мастер-класс, как сделать просто шикарную картошку, от которой офигеют хоть кто вообще. Вроде просто картошка, все понятно, что там картошка в духовке, но почему-то именно вот так получается очень вкусно. Опять Оля решила схалтурить, потому что я лодырь, я делаю так вот на 4 части, делю одну картошку. Вот такие вот. Так наоборот, это круто, да. Я и с хлебом также схитрила. Придумала самый легкий способ и оказался самый вкусный. В общем, и картошка также. Все вкусное, самое простое. Да, простое. Слишком мелко не делайте, будет невкусно, ребята. Нужно вот просто делите картошку на 4 части. Вон. Мелко тоже будет вкусно, но ее нужно будет съесть сразу, потому что потом она будет так, не что очень. Давай не надо советовать, значит, так. Нет, дети мелкую любят. И эту тоже. Ну, эту тоже. Это больше на как... такую все налетают. Это больше как блюдо такое получается, плотная большая картошка, а детям как фри, если хотите, можно сделать вот еще вот так вот. Мы тут несколько раз так вот стол накрывали гостям, и люди больше кушали вот эту картошку, чем там шашлыки и какие-то там блюда. Все типа, что за картошка, что за картошка? Ну, картошка вроде как картошка, как бы, в принципе, любая картошка. Вот если у вас еще и хорошая, там, из своего огорода, качественная, тогда вообще просто будет если великолепно. Крупная, можно вот так вот напополам сделать. И тоже вот так. Сейчас Оля дальше покажет, что она делает. В чем заключается суть этого картофаныча.
Можно вот тоже крупные. Можешь большими, да, и мне нравится, вот когда крупные. Вот такие крупные, но если вот, допустим, попалась, ну уж совсем не большая. Не, оставь, можно наоборот, вот оставь, Оль. Вот. Мне, знаете, почему нравится? Потому что внешне картошка такая чуть-чуть как поджаривается, а внутри остается такая мякоть. В идеале, после того, как специи сделали, нужно укладывать. Нет, ты прям показывай сейчас, что ты делаешь. Я беру масло. Вот это взять? Да. Ну, можно подсолнечное, можно оливковое. Вот. Вот так вот поливаю. Дальше беру соль и паприку. Вот. Делаю вот так. Что масло не слишком маслянистое, лучше, конечно, подсолнечное. Вместо оливкового, да? Да, лучше подсолнечное. Добавь чуть-чуть еще сюда. Вот, чуть-чуть только. Все, все, все. И если есть время, вот так вот выложить можно. Тогда она будет хорошо отлипать от противня, и прям вот она цельная. Корочка запекшаяся не останется на противне. Вот. Лайфхак, да, от Оли. И она прям вся зарумянится со всех сторон. Ну, я так приблизительно вот так делаю. Когда гости, конечно, я это все по-быстрому. Где-то так, где-то по-другому. Ну и, в принципе, все. Вот. Как-то так. Все. Так, теперь в духовку, да? Да. Давай, вот рука. Так, куда ставить? Посерединке. Только вот этой стороной. Наоборот? Да, туда. Угу. И на 210 градусов, 220 даже можно. Так, время надо. Пусть будет 210. У нас духовка хорошая. Если у вас слабая духовка, то можно на 220. Так, и минут 40. Ну да, 35-40. Причем 35-40 минут, ребята, вот такая простая готовка, простой рецепт, получается просто, блин, так вкусно, вы даже не представляете. Вот, не делайте мелкую картошку, не нужно сюда добавлять всякие разные специи, ничего не надо. Вот, паприка, соль, и вот как Оля показала, 30-40 минут, и просто шикарное блюдо, которое понравится вообще всем. Как будет готово, мы будем кушать вот эту картошечку. Это у нас уже вот на готове. Все, мясо офигенно. И еще хлеб доготовим. И будет красота. Мы только поставили картошечку, а у нас вырубили свет. Решили заполнить документы за компьютер, сайт, сели, и все. Все выключилось. Последнее время очень часто у нас выключают свет. Да, все, апокалипсис просто. Да. По той причине, что тут у нас недалеко строят новый поселок. И там очень много домов. Их уже построили, продали. И вот в этом году начинают вводить там электричество, газ. И чтобы вот эти электричество вести, они постоянно вот вырубают свет. Бывает краткосрочно, бывает надолго. Но сейчас вечер, да? Сколько время? Время 21:03.
21.03. Ну вот сейчас зачем им это понадобилось, что-то я не пойму. В основном это делают в обед или с утра, а они вот сейчас взяли, вырубили. Эдгар меня ослепил. В общем, но у нас самое классное, что телевизор всегда работает. Да. Да, и да. Можешь посмотреть. У нас есть солнечные батареи. Смотрим. Вот. И... Сейчас я вам покажу. Вот нету вообще света. Но у нас некоторая часть дома подключена к электричеству. Это и вот, например, у нас работает Wi-Fi. Плюс еще сейчас покажу. У меня здесь включено. Вот здесь свет есть. Видишь? Здесь, на улице, в гараже. Вот. Жить можно. На этом свете как бы много слишком подключать всего нельзя на солнечных батареях, но такие основные вещи какие-то включить можно. Духовку, конечно, не включишь, потому что это очень слишком много. А вот телевизор у нас как работал, так и продолжает работать, ему вообще пофиг. Вот, телевизор работает. Так что, когда у нас электричество вырубают, у нас всегда есть интернет. Есть розетки, которые дают возможность зарядить, посмотреть спокойно телевизор с интернетом, потому что от него зависит вот этот весь YouTube и все такое. Вот этот телевизор можно включить здесь. И также здесь есть отдельные розетки. Вон они работают. Так что у нас гаджеты заряжаются, связь всегда есть. И на улицу, если выйти, то тоже у нас все освещается. А вот здесь на заднем дворе покажу, у соседей темнота. Вон, вырубили везде свет, все. Все ждут, не только у нас, а вообще весь поселок. У нас тут закрытый поселок, а там еще дальше большой район, короче. На всем районе повырубали. Вот. А мы... Ну-ка, включи, Милан. Без звука только. Можем позволить себе смотреть ютубчик. Потому что если свет вырубает, ну вообще не знаешь, чем заняться. Вот. А здесь вот вам, пожалуйста. Да, Милан? Да, отключи. Просто даже телевизор включил, уже светло. Давайте сериал посмотрим вчерашний. Да, как страшно. Ведьмак. Там очень страшно. Да. Единственное обломно то, что картошку только поставили жарить, и там все выключилось. Но это все краткосрочно. Сейчас, наверное, включат уже свет. Но вот если, например, не буду долго включать, то у меня на этот счет тоже есть запасной вариант. У нас есть дизельный этот двигатель, электростанция, да? Там у меня все заправлено и все подключено к дому. Просто я не хочу его сейчас включать, чтобы он тарахтел. А так, если я включу, у нас заработает тут и чайник, и свет, и все, что нужно, все будет работать. А самый прикол, то, что наши соседи тоже могут посмотреть с нами телевизор. Ну да. Кстати, частенько так заглядывают. Он там не видно сейчас. Ну, в общем, у нас там окна, и мы здесь шторкой не закрываем, и там не закрываем. И можно смотреть, что мы смотрим. Ну. Так что такие вот делища. Картошка готова. Вот такая вот картошечка у нас, ребята. Сейчас будем кушать эту хрустящую, вкусненькую, внутри мягкую. Я думаю, что круто. Сейчас приступим к поеданию. Вот в чем фишка. Вот когда вот так лежат, они вот легко. Вот эти вот получается. Вот эти. А вот это вот, вот видишь, это легко. А вот это вот приходится вот так вот скрабать.
И вот может вот так развалиться. Уже вид не очень. А вот эти вот. Понятно? Короче, Оля продумана. Лайфхак. Че? Кушаем, че? Снимать будешь? Все, ребята, мы просто обожрались картошечки. Вот осталась тарелка, сейчас сын еще придет. Просто наповал, уже сил нету кушать эту картошку. Все из-за Оли, из-за Оли. Короче, мясо вкусное, картошечка офигенная. И сейчас Оля будет еще делать хлеб. Хлеб это у нас отдельная, просто еда, отдельная еда. Мы можем просто кушать хлеб. Вот всей семьей ужинать хлебом. Очень это странно звучит, но вот если вы купите в магазине буханку хлеба, это не сработает. Типа, давайте, семья, сядем сейчас и покушаем. Буханку хлеба разделим. Без ничего, просто так. У нас дети мажут масло, мед. И да. Это как сладко что-то для... Да просто вот хлеб только из топки, когда выходит... Просто Оля разделяет и сразу его прям разрывают. И все, ты можешь этот хлеб кушать как отдельное самостоятельное блюдо. Да, там кто-то в фильме страдает. А там мужик какой-то на Гавайях. Алоха. Алоха. Держитесь там. Ладно, некогда. Короче, вот так вот чуть-чуть я выделываю. Дальше он сам разбирается. Да, все. Вот. Отправляю в духовку. Так как духовка у нас не чистая, я ставлю на нижний ряд. 180 градусов. 35 минут. Ты что, придется опять обожраться, что ли? Вот так вот. Вот. Не очень хорошо, да, когда жена хорошо готовит и все такое. Как в фильме «Бумер». Придется нажраться. А у нас придется обожраться. Вот. Но я сейчас буду что делать? Сейчас поставлю чайник. Я делаю вот такие офигенные чаи себе из всяких разных вот таких штук. У нас тут есть армянская мята, наша собственная мята. Вот. Я беру всякие разные штуки, завариваю. И плюс еще... У нас есть облепиха и забыл, как она называется. Черника. Во. Вот такая вот облепиха и черника. Офигенная штука, ребята. В огромный стаканище вот такой завариваю. Ты вылила, что ли? Так я с прошлого раза они не растворились еще. Я не убираю. Ну, ладно. Вот такой стакан можете купить в Икее. Очень классный стакан. Пивной стакан. Самый классный. Нормальный. Офигенно. Вмещается много. Сразу завариваешь. Так завариваешь, блин, от души. Вот так. Черники. Там у нас новую пачку надо открыть. Ну, короче, вы поняли. Сейчас я насыплю. И добавим еще всякой там зелени. С помощью вот такой вот штуки. Ну, или заварником делаем. Просто заварник это мы вчера делали. Я сейчас хочу свежее. Оль, подожди. Всем привет! Всем привет! Это Гламур, Гламур! Это московский гламур, гламур. Прикольно. Вот из-за этого я не
Подожди, давай говори. Давай, говори. Вот из-за этого я не хочу говорить на камеру, потому что Эдгар постоянно что-нибудь придумывает. Ладно, вот у нас еще есть такая вот, смотрите, облепиха. Быстро заморожена. Очень вкусная штука. Если вы празднуете Хэллоуин, ваши дети одевают какие-то костюмы, возьмите чернику, дайте им буквально там 2-3 ягодки, у них будет весь синий черный рот, это будет классно. Да, будет Хэллоуин вам, пожалуйста. Очень мощный сок. Вообще просто жесть какой этот, как красит. И когда чай делаешь, это, блин, так вкусно и так полезно. А теперь, Оля, давай. Хэллоуин. Сейчас Оля делает. Сегодня прям лайфхаками вас завалила. Все. Черники даете покушать ребенку? И вам, вот вам. И зомби, и вампиры. Отпускайте к соседям. Да, и все нормально. Ну или когда к зубному едете, вот дайте. В общем, классная штука. Это можно просто замороженное так кушать. Очень вкусно. Да. А в чае тем более растворяется. Она сразу вон красит прям очень мощно. У нас раковина черная. Но. Все, хлеб готов. 40 минут прошло. 41. Так. Вот такой вот каравай. О, так пахнет вкусно. Такой хлеб можно просто вот его кушать. На решетку выкладывать и накрыть полотенцем. Я накрываю полотенцем вот так, а снизу получается вода скапливается под противнем, и хлеб он не сыреет, а остается такой воздушный. Ты продумана до невозможности просто. Да. Вот смотри, сейчас дальше. Технологии конкретные. Вот здесь начинает вода скапливаться. Вот. Оставляю так. Вся жидкость лишняя уйдет. Вот так в космос люди улетели. Это я усовершенствую. Да.